с вами новый проект Bitgorate. Итак, мы ранее рассматривали кратко о этой платформе. Сейчас раздел исследования просмотрим. Научный. Что он выявляет? Я уже сразу перевел на русский язык. Так, тут Биткуратное исследование. Ресурсная платформа, на которую мы стремимся делиться нашими последними открытиями и размышлениями. Можно подписаться, почту свою вбить и подписаться нажать. То есть будут какие-то последние информации по криптовалютам. Что вызвало изменения на рынке цифровых активов с 2018 по 2019 год? В этом исследовании изучались микро- и макро-тренды индустрии цифровых активов, чтобы выяснить, оказал ли корпоративный блокчейн положительное влияние на изменение цен на рынке. Мы не только смогли подтвердить эту теорию, но и смогли глубже понять планы корпорации по внедрению блокчейна. Это служит основной того, что мы можем ожидать в ближайшем будущем. Можно больше посчитать вот здесь. Блокчейн против коронавируса. IBM, Microsoft и ВОЗ борются с коронавирусом. Отчеты. Есть отчеты. Углубленные тематические долгосрочные тенденции рынка. То есть конкретно есть, что вызвало изменения на рынке. Один отчет и какой фактор влияет на изменение цены на криптомонеты. Второй отчет. Глубокое понимание благодаря нашему открытию в науке данных. Блокчейн против коронавируса было так, как золото и криптовалюта помогают вашим финансам во время экономического спада COVID-19. Полное руководство по биткоину в два раза до 2020 года. Еженедельный анализ, где подняла криптобан, биткоины упали до 8200 долларов. Ежедневный анализ, нет корреляции между коронавирусом и криптовалютой Ripple, не дается сбежать коллективного иска. Влияние криптовалюты Японии на рынок. Вот видите, то есть вот эти моменты можно рассмотреть. Тут куча есть информации. То есть так же самое. Две причины, почему цена на биткоины колебалась 15 октября 2018 года. Южная Корея поделится своим решением о легальности ICO в ноябре. Быстрый рост Bitmain, новейшая микросхема, регистрация на IPO и приобретение телескопа. Китайская криптовалюта, блокчейн, обновление. Почему эксперты по-прежнему уверены в биткоин и ETF даже после очередного раунда отклонений? Обмен сообщением агент WeChat запрещает криптовалютные счета, поскольку правительство Китая ужесточает правила. Битмекс сдает в аренду самый дорогой вес в мире после того, как якобы поджег биткоин до 6800 долларов и так далее. Все эти новости можно анализировать, видите, они вот выделены. Это в исследовании ценообразования. Биткратное ценообразование. Все планы бесплатного в течение первых 30 дней. Выберите план, который вам нужен. То есть аналитик для теста. Аналитик потом идет 29 долларов, 99 и 299 долларов. То есть что входит? Техническая аналитика, настроение все монеты, аналитик настроения, прогноз, анализ. Так, разница, я так понимаю. Ну, разница только, вот смотрите, видите, то есть тут, например, нету в первом варианте аналитик настроения в социальных сетях, вот видите, нету, вот, допустим, и тут все пошло, по сарказмам, например, не везде есть, только со второго пакета, еще какие-то моменты, как бы, не все есть, как говорится, вот. Интеграция тут есть. Ну, тут в основе потом меняется разница только в месяцах, как вы видите. На первом пакете ничего нету. Ниже. Вот, запрос на цены. Индивидуальное решение для ваших нужд. Интеграционная поддержка. Индивидуальные конечные точки данных и так далее. То есть то, что вот все есть в Bitcoin. Вот ценовая политика. Поэтому присоединяйтесь. Покупайте. Ну и, конечно, кстати, у них токены еще есть. Максимально изучайте, и вам большого профита. Подписывайтесь на канал, комментируйте, было ли полезно. Лайки, дизлайки. Ну и, конечно же, наблюдайте и смотрите новые
И до новых встреч на нашем канале.